Open Mic – это когда любой желающий попробовать себя в роли стендап-артиста может выйти на сцену и проверить, смешно он шутит или не очень. Проще говоря, большой отборочный тур в большом баре, где можно в расслабленной обстановке постараться рассмешить зал. На наше шоу, на меня пришла посмотреть моя мама. Она сегодня в зале. У меня мама, знаете, она очень любит, как бы, высказывать мне все негативные комментарии, а потом классно со мной, всем своим подругам, короче. Это у нее хобби такое. Игорь, ты... О, ты такой молодец! Сегодня открытый микрофон. Это значит, что комики проверяют свой новый материал или шлифуют уже имеющийся материал. Также они могут повторять шутки, которые были на прошлых мероприятиях. Это просто для того, чтобы довести шутку до идеала. Потому что в голове она может звучать смешно, а когда ты ее говоришь на публике, она может совершенно не заходить. Правила стендапа довольно просты, да и ограничений особых нет. Ставить крепкое словцо тоже в законах жанра. Правда, это, говорят участники, признак особого мастерства, как бы странно это ни казалось. Ну, это самое простой способ рассмешить, сказать что-то, но на самом деле это, ну, если ты неправильно это используешь, то наоборот, люди будут плохо реагировать. И если это в нужном месте, то это усиливает эффект, то есть это тоже надо уметь использовать. Да. Это практика нужна, у нас ее не очень много пока что, но мы стараемся. Это проблема у меня с детства, и мне кажется, вы знаете, вот когда мои ровесники, кто-то ходил, ну, на плавание, кто-то ходил в секцию футбола, я ходил в секцию зубного. Шутить можно абсолютно на любую тему. На этот раз прошлись по выборам и, само собой, по отношениям, в том числе однополым. Иронизировали над маркетинговыми ходами в магазинах, приметами, привычками и собственными комплексами. Среди 9 участников открытого микрофона сегодня была и представительница женского пола. Правда, всего одна. Проблема немножко с публикой, что публика не особо привыкла видеть девочек, которые тем более чуть-чуть пожестче пытаются шутить. Ну, например, первый свой стендап я рассказывала, как я на Mail.ru знакомствах познакомилась с молодым человеком, не очень интеллектуальным. Вот. И как бы и женщины смеялись, потому что они тоже сталкивались с этим прекрасным сайт-знакомством. А мужчины смеялись, потому что они думали, что это как бы не они, да, не про них. То есть у них такие друзья. Вот. Открытый микрофон проводят как на русском, так и на эстонском языке. А иногда комики кочуют из одной компании в другую. Сегодня на русскоязычном стендапе был американец. Есть те, кто выступает в эстонском стендапе на русском и наоборот. Правда, шутки иногда приходится немного подкорректировать. Обычно, как бы, на эстонских это то, что вот как бы эстонцы шутят, что они интроверты, ни с кем не говорят, а русские, как бы, ну, по идее, все как бы стереотипы, как бы, не самые такие хорошие. Вилки падают, женщины приходят, там сой, молоко падает, веганы приходят, водка упадет, русские придут, выпьют с пола. Самое главное правило – шутки должны быть понятны и не опускаться до оскорблений. Да и залу предлагают максимально поддерживать участников, ведь выйти на сцену все-таки не так просто. По опыту я это стараюсь иссякать из своих выступлений. Но может быть что-то, что слишком личное. То есть, например, опять же, я фотограф, вам не будут понятны диафрагма, выдержка, слова. Мне нужно это все адаптировать максимально, чтобы было понятно условной бабушке из Норильска. Кстати, через 2 недели участники открытого микрофона встретятся снова. На этот раз на большом стендап-шоу. На него ждут гостей из Санкт-Петербурга, участников знаменитых российских проектов «Не спать» и «Камеди Баттл», а также